национальный проект «Демография». Для его реализации в Чувашской республике принято 5 региональных проектов. Финансовую помощь получат 56 тысяч семей. Будут построены новые детсады и созданы ясельные группы для детей до 3 лет. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут пройти переобучение. За 6 лет помощь затронет около 2500 женщин. На эти цели выделяется более 106 миллионов рублей. Всего на эти цели на 6 лет предусмотрено более 3 миллиардов рублей. В рамках программы в республике приобрели 30 специальных автомобилей для 80 тысяч человек, проживающих в сельской местности. Медицинское обслуживание для них стало доступнее. Вакцинация против пневмококковой инфекции среди пожилых достигнет 95%. Благодаря проекту граждане предпенсионного возраста могут самостоятельно выбрать учебное заведение для прохождения обучения или повышения квалификации с использованием образовательного сертификата. На эти цели предусмотрено около 189 миллионов рублей. Во всех муниципальных образованиях будут внедрены программы, мотивирующие к здоровому образу жизни, правильному питанию, отказу от вредных привычек. Будет увеличено количество спортивных объектов. Созданы проекты для вовлечения пожилых людей в занятия физической культурой и спортом. Объем финансирования всех 5 проектов – более 25 миллиардов рублей. Предполагаемый итог реализации данных проектов – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение рождаемости, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.